Два ярких происшествия, о которых должны знать все. Авария с участием мотоциклиста. Он ехал на Бентли на зеленый, а водитель БМВ вместо того, чтобы уступить, решил повернуть. В результате не прав последний, но травмы и материальный ущерб из-за разбитой техники получил мотоциклист. В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний водитель мотоцикла получил телесное повреждение и был доставлен в Котласскую городскую больницу. А это уже погоня. Те лихачи, у которых под капотом мощный движок, давно имеют моду скрываться от полицейской погони. Но автопарк ГИБДД в Котласе недавно был обновлен. И теперь они тоже кое-что могут. Водитель данного автомобиля требования сотрудников полиции обосновки проигнорировал, предпринял попытки скрыться, но впоследствии был задержан на автодороге Котлас-Гарсавати. По результатам медицинского свидетельства отделе установлено состояние опьянения. В отношении водителя составлено 6 административных материалов. Транспортное средство автомобиль Ford Focus задержан, помещен на стоянку. Во время погони водитель Форда выезжал на встречку, совершал опасные маневры, в общем, всячески нарушал ПДД. Хорошо, что, несмотря на встречное авто, обошлось без жертв. Когда его остановили, выяснилось, что водитель сильно пьян. Светлана Дейнека, Александра Гаврилова, Котньюс.